на конкурс «Дети читают стихи». Надежда Громова, 8 лет. Все боятся в нашем классе услыхать рассказы Васи. Как начнет махать руками, так войдет в такой экстаз, что от Васьки синяками разбегается весь класс. Он во время перемены стал рассказывать вчера, как скрестил ученый гены мертвеца и комара. По дороге шла старуха, тут вампир подкрался. Раз! Васька мне заехал в ухо, а Смирнова Ленке в глаз. Что творилось дальше? Жуть! В мишке он вцепился в грудь, а потом свалил в могилку, а потом за горло хвать и дубинкой по затылку. Тут мы бросились бежать, а рассказчик мчится следом. Дальше слушайте прикол. Притащилась бабка к деду, дед схватил огромный кол. Если б он схватил указку, ох, пришлось бы туго нам. Но связали крепко Васю по рукам и по ногам. Проверяли целым классом, ни за что не развязать. Вот теперь попробуй, Вася, все сначала рассказать.